А в самом Евросоюзе кипят страсти из-за мигрантов. В ЕС заявили, накажут страны за невыполнение обязательств по беженцам. В черном списке Польша, Венгрия и Чехия. Они проштрафились с квотами. И с завтрашнего дня Еврокомиссия разошлет предупреждение нарушителям, где укажут четкий лимит беженцев. Если страны проигнорируют эти уведомления и не будут пускать мигрантов, Еврокомиссия обратится в суд ЕС.